Итак, всем привет, с вами Ван 3013 и... И Эндер Геймер 002. И сегодня мы зарубим свинку! Нифига себе, ты ее зарубил. Да, а еще играю с текстурами. Так что у него, наверное, там все фигово на мониторе, а вот у меня такой вот какой-то меч. Чувак, ну ты зараза. А-з-з-з-з-з-з-з-з. Смотри, у меня стоит ресурс пак на то, что это, то, что у меня какой-то этот житель упоротый очень. У него прям такие большие глаза. А, я знаю такое. Не Подожди, что? забудь взять меня с собой. Такое упоротое полотенце. Все, иди сюда. Иди в казарму, салага. Вот я там сплю в кузове, все. Ты меня разбудил. Все, я спать. Да, это моя кровать. Тут есть монстр. Все, пошли рубить монстров. Закрываешься? Ладно, пошли строить дом. У меня 64 стака дубовых досок. У меня весь интервал, заполнил. Все, пошли. Так, подожди. У меня стак досок, алло. Все, там кто-то пишет, ты где я? Ту-ту. Я дописал. Там, короче, кто-то пишет, ты где? И кому-то там другому я написал тутушки. Пошли строить дом. У нас ресурсов нет, чувак. У меня есть 64 этих, 64 доски. Ах ты зеленый пип. Зачем меня-то? Зачем на меня-то? Подбери. Давай кол. Сейчас. Кэл. М. ГГ. Да я тебе уже кол отправил. Я твой подписчик. Я если... Знаю. Да. А, короче, это твое. Я раздаю ресурсы, О, это же этот, это же админ, админ. Э, где моя жареная? Две жареных. жарко? Ага, две жареных. А, да, точно две. Все, пошли. Так тут можно копать? Кто приютит? Мама, мама. О, давай скелетов убьем. Я Давай. давно был скелетоном. О, смотри, тут зона не заприлачена. Все, делаем тут дом. Давай под землю, под землю. Фармим землю, фармим землю. Ты умеешь переватить? Ха-ха-ха-ха-ха, как смешно. Давай, это... Верстак Давай запили там мне. быстрее. Ты Так вот где? тут вниз посмотри. А. О-оу! Тут, короче, какой-то пацан в алмазах этих. Опа, на спавн. Опа-на! Пацанчик, дверь мне срочно запилил, Я, короче, этого говнюка бью. Иди сюда, убьем этого говнюка. ТП ко мне, тут алмазник. Да я вижу этого говнюка тут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я ему сейчас даже жопу буду показывать. Ла-ла-ла-ла-ла. Меня лагает жестко. Меня... Да иди сюда, он меня может в любое время убить. Вот ты. Иди сюда, вон того алмазника сейчас запилим. Ла-л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 а. На-на-на-на-на-на. Давай вот жопу подставим. На-на-на-на-на-на. А вдруг он сейчас поджарит каким-то... Давай. Давай сделаем ему яичко с маслом. Давай, пошли. Погнали с обеих сторон. Давай. Давай, сзади, сзади. Раз. Вот все. Хорош, тупой.
Блин! Мегакиллер, 88 убийц, пипец. Слушай, напиши ему, чтобы отдал вещи. Я боюсь его. А, я парню! Отдай! Давай, короче, кол ко мне. Я уже к тебе вот иду. Я сзади. Пошли еще раз его заметим, раз, у меня, раз нам нечего терять. Вот мои штучки. Короче, ладно, смотрю примирение. Чувак, чувак, чувак. Отойди. Нет, я... Чувак, мега-киллер, мега-киллер, стой. Ну, посмотри на меня, мега-киллер. Мега-киллер. Мегакиллер. Примирение. Мегакиллер. Да куда ты? А то что там за дюк? Смотри, там зачарованным этим. Пиписька, пиписька. Нюхаешь? Так, у меня закончилось, так, начинаю заново. Только, пожалуйста, не ори там то, что... Итак, всем привет, с вами Aimcraft.говно. Ага, мы продолжаем. Чувак, 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 стой, 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 посмотри на меня, посмотри на меня. Да, посмотри. Тут... Он тебя опять зарезал. Я от него подальше убегаю. Чувак, лучше не убегай, а то мне сейчас фигово будет. А, он тоже валит. А, он за мной бежит. А, я падаю. Упал, упал. Он написал спам. Я написал спам. Он написал фиолетовым. Смотри, я его бью, подойди ко мне. Я его бью, я его бью. На. Я его ударил, я его почти убил. И что, он тебя убил? Нет, я его почти убил. Нет. Салют. Быстрее сюда, он спиной. Иди в жопу. Я не хочу лишаться своих вещей. Давай эту руками. Вендер в сундук положи. Ага. А ты знаешь то, что вендер в сундук это все раздается? Разве? Да. Это раздается по всем сундукам. А, вот у меня не знаю. А я откуда у тебя? Эй, чё? Откуда у тебя этот железный топор? А, нет, это какой-то оскул. Нет. Я знаю. Ой, да, убил. А ты его убил? Давай, иди ко мне, давай. Давай, наблюдатель. Подожди, как этого зовут? Зовут Хест Киллер. Да он дебил тупой. Подожди, я ему сейчас напишу. А, он меня убил, говнюк сраный. Я
Я забрал твои вещи. Да? Хорошо. О, меня убили. А, нет, меня не убили. О, привет. А, он сюда идет. Не. Я на ПВП зону. Все. Ты где? Я тут за тебя. А! Я тут, да, я тут. Ну, я тебе дам топор. А, нет, я тебе дам меч, ты мне дашь топор. Какой? У меня нет топора. У меня тоже нет топора. Я разделим с горой мясо. А, алмаз. Алмазы. Какие? А, нет, ты же мне это. Ты же его не убил? А вон он, пошли, убьем. Ага, иди. На воробушка. Убегаем в другую сторону вообще. Погнали. Давай побежали вообще в другую сторону, в другой мир. Пойми. Овощи и фрукты везде. Так, ты тутушки? Давай, иди сюда. Пошли. Пошли акацию соберем. Пошли. Сейчас, подожди, только верстачок. Так, нам сначала нужна кирка. У меня она есть. Давай. Слушай, а здесь заприватчено. Да? Ага. Здесь вот можно ломать. Тогда, короче, смотри. Пошли в этой горе жить. Слышь, кинь мне кирку. Ах, тебе не-не-не, не надо мне. У меня и так уже есть камень. Так. Так, я пока что акацию соберу. А. Так, смотри, а как приватить? Запрывать, пожалуйста, зоны. На меня и на тебя. Вот дверь. Я поставил тут дверь. Это что? Сейчас, подожди. Кусок локации. Где ты? Я тут, иди сюда. Я в горе, ага, вот дверь. Вот, как тебя там? Да я же вот, я перед тобой стою. Я через так. О, это самый первый прикол. Да? А. Давай, заходи в дом, или я сейчас дверь закрою. Слушай, это не хватит. Я не могу закрыть. Да? А ты другим, ты рукой попробуй. Вот посмотри, вот, смотри. Вот. У меня я обратно. Ты заплевать его ее. Нет. Попробуй тут что-то. Попробуй взять верстак. Креймово напиши. А что это? Ну, это расплевать дверь, я заплевать его заново. Ладно, сейчас. А кто там у тебя в гостях? А? А кто там у тебя вообще в гостях? А, давай тогда напиши в чат вот эту команду Кремовы. Вот так. Кремовы. Ударьте, чтобы убрать защиту. Защита снята. Так, вот, теперь я напишу криво. Все. Все? А я могу. И я могу. Стой, отключи дверь. И держи. А теперь это. На меня заприватить, вообще дверь заприватить. Я заприватила ее вообще-то. А почему я могу открыть? Ну, я на тебя и на меня заприватил. А, хорошо. Ну, так написал приват и твой ник. А, хорошо. Тогда это. Давай, помогай копать.
Окей. У тебя, наверное, шейдер офигенный. Нет, у меня текстурпак. У меня текстурпак. У меня я без шейдеров играю. С шейдерами поиграет. У меня текстурпак зато офигенный. Угу. А я тебе могу сам скинуть винра. Ну, дай мне винра тогда скачаю. Так, ну мы уже записываем 15 минут. Давайте еще 15 минут, да? Давай, 30 минут так запишем. Блин, потом нужно будет кликнуть пинтикам на 10 минут снимает. Фигово для меня. Ага. Это, так смотри. Запрывать сундук. Я сейчас его поставлю. Он у тебя будет запрывать. Да? Да. А. Так. Куда будем ставить? Давай вот сюда, смотри. Сейчас, подожди, дай берем. Куда? Вот, вот я сейчас тут, тут и тут, тут. Для двух больших. Так, подожди. Все, у меня закончилось видео заново. Все, продолжаю. Ага. Так, вот оно. Тут и еще сейчас. А, не могу. Я не могу открыть. Все. Все. Снял. Теперь я приваты. Все. Кстати, ага. Положу кое-что. Я дальше тоже подожду. Поставь садхоу. Все, поставил. Я печку могу открыть. Ну ладно. Да не, не потом. Потом разбиваю. Да не, сейчас. Вот все, я распривател. Так, смотри. Бери вот сейчас, я это все сейчас сложу в сундук. Возьми это один только деревянный топор. Я знаю, для привата. А, не-не-не. Тогда этот. Возьми. Просто. Какой сейчас? Я тебе даже сейчас сделаю топор обыкновенный. У меня каменный топор. Да, каменный. Значит, тебе не нужен. Он у меня есть. А, тогда вот все хорошо. Смотри, выложи все, что. Все, 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 кроме топора. А мы сейчас пойдем рубить. Да, все, все выложил. Скелет. Все, пошли. Скелет. Сраный скелетон. Успейте. Все, я его убил. Опа, на какой. Какой зачаренный. Кыс, кыс, кыс. Опа, на. Зомбаки. Иди сюда, иди, иди там, где я умер. У меня... Ты видел? У меня зачарованная броня. Там была зачарованная броня. Вот, все. Так, я убегаю домой. У меня там зачарованная броня лежит. Все, я уже дом. Кольчуга. У меня кольчуга зачарованная. Вот в сундуке. А я пойду забирать. Помоги мне, помоги. Опа, на какой. Зачарованный. Рататуйчик. Рататуйчик. Ладно, все, давай тогда дождемся дня. Нет. Да идите вы в жопу. Зомби человек. Все, я ушел. Смотрите, кого я нашел. Тут этот. Такой вот в броне вообще офигенный. Опаньки, братюня. Давай это на грудь. Че это за броня? А, это кожаная. Нет. У меня кольчуга зачарованная на защиту 3. Броня выпала. Прикрывай меня, я пока что. Нет. Я убегаю. Тут у меня одно сердечко. Тут моцкий. А. Черт.
Я тогда всю древесину переработаю в дерево, в доски. Два сердца. А у меня тоже, у меня вообще одно. А там зомби около тебя. А я же уже дома. А я умер опять. Пчик. Ну все, всем. Так. Так, зачем дверь открыл? Я меч просрал. Я ничем помочь не могу. Но я так уже... Офигенная защита. Да, защита 2. Не надевай ее. На нее можно ну, только смотри, смотреть. Зачаренный. С чем зачарным? А? С чем зачарным? Прикол зомби. Чё там зомби делает? У тебя такой, короче, это микрофон он так считает. Это, короче, это зомби, зомби, а твой меч. Короче, что он там с твоим мечом делает? Я тоже офигел. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, нет. Я дома. Блин, надо. Это говорю перед тобой дверь закрыл. Блин, я обосрал. Так, вот, да. О, офигенно. Так, это моё. Древесный уголь. Палочки мне тоже нужны. Ры-ры, пип. Все, ладно, пофиг на них. Пошли копаться. Ты заприватил все? А надо, чтобы никто его не сломал. Ну давай еще я попозже буду. Кто найдет. А если кто найдет, того убью. Ага, алмазник. Алмазник. А, ну у нас же дверь заприлачена. Ну да. Слышно какой-то? Там, по-моему, пещера. О, это как хорошо. Че за жуткие лаги? Как у меня были. У тебя тоже лагает? У меня сначала было, я, короче, тут копал, все почти прокопал, у меня заново телепортировалось. А у тебя вообще лагает? А? У тебя лагает? Нет. У меня, да. Но у меня же восьмая. Опа! Я пойду, короче, добывать стойки. Так, нужно яркой бывать. Вот так, вот такая вот тебе нужна яркость. О, да, вот такая. А ты посмотри назад. Факел. У меня на все. У меня все. Че? Нет, я буду рядом с тобой копать. Я сейчас в другую сторону. Ё-моё. Я это тоже слышал. Плохой звук. Тебе сделать кирку еще одну? У меня сейчас тоже. Хорошо. Три. Два. Один. А, нет, еще покупаешь. На, держи. Слушай, у меня почти здесь конец кирки, у меня ничего не ломается. Все кинул. Какашка выкинулась. О, все сломалось.
Копал. Даже у меня тут не было вообще. Ну я типа везучий, меня сейчас должно повезти. Не, X-Ray скачаю сейчас. Вот это вот будет круто. А ты не знаешь, как поставить читы? Нет. Фигово. Так, у нас кончаются факела. А у меня их вообще нету несколько. Давай тогда подожди, я к тебе иду, подожди, стой. Пока к тебе там у тебя никто не заспавнился. Что-то жутко лагает у меня. Все, у меня факела закончились, пойду делать уголь. Пойдешь делать уголь? Да. А, ну иди. Блин, ну что, тут вообще пещер нет. Да. А тем временем там у нас около дома всякие говнюки. Так, ну все, 26 минут, пора заканчивать. Пиши home в строке. Да. О, уголь как раз нашел, кушай. Прикольно. Ты сейчас добуду, подожди. Но тут вот из угля очень мало опыта высыпает. Я, наверное, скачаю их своей нормазой стать. Как ты думаешь? Ну, я думаю, да. Может быть, скачаю. Да, может если быть. Получится. Так, все, иди сюда, стой. Я тебе скину 6 факелов. А у меня Майнкрафт уже что-то подвис. Гоу сюда. О, красавчик. На, смотри. Вот, 5 из-за того, что я уже один поставил. Чё? А, они обратно скинулись мне. На. Блин, жестко лагает. Давай, смотри, кидай. Кидай мне все, кроме кирки, а это все в сундук. Давай, все, кроме кирки, чтобы их не просрать, когда если ты найдешь какую-то пещеру или лаву. Я и кроме факелов. Да. Все? Ок. Я домой. Ну ладно, еду-то можно, думаю, оставить. Все, я все сложил. Кроме, конечно, лучше кило. Давай все. У тебя нет еды случайно? Нет. Там только запасы. Там есть. Ну, можно это. Плоть. Но я думаю, на этом мы уже будем заканчивать. И если с первого этого подписаться на канал. Мой канал, можете подписаться на канал этого кого-то. Эндерга. Блин, я сам забыл. Смотри, я, короче, я песчаник нашел. И песок. Так, ну, всем пока.